أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Так, по поводу заявлений Абдуллы Кастекского, я прежде всего напомню историю, чтобы те братья и сестры, которые не знакомы с тем, что происходило до этого видео и вообще с чем все это связано, это обсуждение. Итак, Абдулла Кастекский, один из проповедников толпы, начал выпускать серию роликов, в которых он говорит о шиитах. До того, как он начал выпускать эти ролики, мы предложили ему еще более эффективный, еще более лучший метод, а именно провести дискуссию лицом к лицу, чтобы все было более эффективно, более честно, более качественно, чем то, что делает он сейчас. Сидит где-то в Турции, в какой-то комнате и что-то рассказывает, при этом не давая никому возможности непосредственно раскритиковать его, чтобы он в последующем ответил на эту критику. Он этим нашим предложением не воспользовался и начал выпускать эти ролики. Мы взяли на себя ответственность выяснить, посмотреть, насколько он верен, насколько он надежен в том, что рассказывает в этих роликах, потому что, в конце концов, непосредственно он эти вещи рассказывает о нас, то есть о шиитах. И мы стали смотреть первый его ролик, и с самого начала он начал говорить о Абдулла ибн Саба, рассказывать историю Абдуллы ибн Саба, точнее, легенду Абдуллы ибн Саба. Естественно, мы, зная, что эта история ложная, решили все-таки остановиться на этом вопросе и выяснить, какие у Абдуллы Кастекского имеются основания, какие у него имеются достоверные, надежные источники этой легенды. Все остальное мы разбирать и рассматривать не стали, потому что первое, что он сказал про Абдулла ибн Саба, что Абдулла ибн Саба является основателем шиизма и так далее, и вся эта история, о которой мы говорили, и с позволения Бога в будущем еще скажем про эту историю. Мы потребовали у него доказательства, мы потребовали у него источник. Абдулла Кастекский рассказал определенную недвусмысленную историю, связанную в частности с Османом ибн Аффаном и так далее. Во всех ее подробностях. Он рассказал эту историю. Мы потребовали у него самую что ни на есть элементарную вещь. Рассказывая что-либо, в особенности Абдулла Кастекский, который обвиняет нас, шиитов, в том, что мы берем из суннитских книг все, что попадется, не разбираясь в том, достоверное это или недостоверное. И, конечно же, раз Абдулла Кастекский осуждает нас за это, значит, он сам таким образом поступать не может. Значит, все, что он говорит про нас, является достоверным, надежным. И все, что он вычитывает из наших книг, также является надежным, достоверным, принятым и так далее, а не просто тем, что присутствует в наших книгах. Поэтому, естественным образом, мы у него потребовали источник. Абдулла Кастекский, где достоверный источник этой истории? Истории про Абдуллу ибн Сабу, который отправлял своих представителей в разные страны, который сеял смуту, который сеял смуту во времена Османа, сеял смуту после Османа. Ты же про это рассказывал. Так где достоверный источник этой легенды, этой истории? Абдулла Кастекский долгое время игнорировал, и даже более того, они обратились за помощью к египтянину по имени Рами Иса, чтобы он
помог им в этом вопросе. То есть человек высказал какую-то точку зрения, высказал какую-то историю, когда у него потребовали источник, он решил, что нужно воспользоваться услугами защитника и адвоката. И тогда объявился Рами Иса, который предлагал обсуждение буквально через пару дней после нашего ролика, где мы требовали у Абдулы Костекского иснада, требовали достоверного иснада, достоверного источника. Буквально через пару дней после этого появился Рами Иса и говорил: «Давай я буду с тобой дискутировать на тему Абдулы ибн Саба». Я, конечно же, не согласился, но и не отказался от дискуссии с Рами Иса, предложил ему другую тему. Но у нас, к сожалению, как это очень часто бывает, не получилось договориться относительно других условий и правил дискуссии. А именно, он хотел провести дискуссию в своем стиле. Звонит он из машины, задает какой-то вопрос наобум. Конечно же, где он тебя застанет в этот момент, во время этого звонка, неизвестно. Сможешь ли ты, будет ли у тебя время подробно ответить на это, даст ли он тебе время говорить и так далее и тому подобное. Ну, то, что любит Рами Иса как раз таки. Конечно же, это не дискуссия, это не серьезно, это не подобает серьезному исследователю, серьезному искателю истины. Он говорит: я вот звоню из машины, у меня нет никаких книг. Как будто это какое-то достоинство для научной дискуссии. Это не достоинство, это говорит о твоей несерьезности, это говорит о том, что ты просто шпана, извиняюсь за это выражение. Итак, мы, конечно же, не допустили того, чтобы Рами Иса выступил защитником Абдулы Костекского в этом вопросе, чтобы мы требовали, чтобы сам Абдулла Костекский ответил, понес ответственность за сказанное им. Мы остальные высказывания даже не смотрели, даже не разбирали Абдулла Костекского. И я уверен, более чем уверен, что он клевещет и занимается софистикой, смешиванием понятий, приводит непринятые, недостоверные истории и преподносит их как принятые шиитами истории, а те, которые приняты шиитами, их растолковывает как-то по-своему. Я более чем уверен. Но у нас дело до этого, до всего пока не дошло. Мы пока не можем получить у него подтверждение достоверности легенды Абдулла ибн Саба. Таким образом, Абдулла Костекский, увидев, что адвокат ему ничем помочь не может, и при этом он находился под давлением, под большим давлением, люди писали, требовали, где достоверный источник. Почему ты не приносишь достоверный источник? Ведь потребовали-то простую вещь, просто принести достоверный источник. Оказавшись под давлением, помимо этого, конечно же, наше требование тоже было своеобразным, в особой форме, что вынуждало его, опять-таки, что-то сказать, что-то ответить. Но, страшась, боясь нас, как это обычно бывает, он не стал напрямую отвечать нам, и как будто через 12 передач, как он говорит, решили они вернуться к началу. Ну, сейчас хотелось бы, шейх, вернуться к самому началу наших лекций, а именно вспомнить тот момент, когда вы рассказывали о том, что основателем шиизма является такой человек, как Абдулла ибн Саба. Изначально сказали бы источник. Так источник, почему вы решили через 12 роликов изложить? Потому что оказались под давлением. И нужно озвучивать это мужественно. Говорить, что вот, у нас потребовали... Ну, они не говорят, они не озвучивают, они не хотят, чтобы их слушатели, их зрители понимали, о чем идет речь, понимали, кто потребовал, зачем потребовал. Потому что вдруг этот, который потребовал, еще и решит ответить, а люди пойдут посмотрят, что он отвечает на ролики Абдуллы Костекского. Это страх. Страх естественный, испытываемый теми, кто говорит ложь. Это вполне естественно. Здесь ничего удивительного нет. У нас же никакого страха нет. Мы ничего абсолютно не боимся. Потому что если мы на ложном пути, мы легко сможем от этого отказаться. Для нас никаких проблем в этом нету.
Но мы чувствуем, что мы на стороне правды, что мы с правдой, что у нас неопровержимы доводы и доказательства по всем вопросам. И поэтому нам без разницы, кто наш оппонент. Нам без разницы, мы легко распространяем и рекламируем ролики Абдуллы Костекского, озвучиваем его имя, потому что мы не боимся перед ложью. Мы не боимся нисколько ложи и вот этой вот недействительной идеологии, ложной идеологии, ложных убеждений. Ложь не страшна, а они боятся нас, потому что видят правду в нас. Поэтому и не озвучивают. Поэтому он апеллирует в этом своем ролике, где якобы он приводит достоверный источник этой истории, этой легенды, он апеллирует какими-то общими вещами, не говоря о том, что отвечает на определенный заданный вопрос в определенном ресурсе, на определенном языке, в русскоязычной среде и так далее. Это страх, это ясный, недвусмысленный страх. Итак, Абдулла Костекский попытался все-таки в 12-м своем ролике попытался доказать, что это достоверная история. Давайте разберем, смог ли он доказать, что это достоверная история, смог ли он убедить нас в том, что та легенда, которую он привел, он взял эту легенду из надежных и достоверных источников. Здесь, так как вопросов очень много вопросов, мы поделим наш ответ на три части. Этот ответ, то, что вы сейчас видите, это первый ответ. Помимо этого будет и два ответа. Почему? Потому что, скорее всего, эти ролики получатся довольно-таки длинными, а претензий у нас к Абдулле Костекскому огромное множество, очень много. Итак, мы поделим на три части. Первая часть посвятим следующему вопросу. Первую часть, то есть именно эту часть, которую вы смотрите, посвятим следующему вопросу. Абдулла Костекский... Абдулла Костекский в первую очередь затронул вопрос о том, что является ли Сейф ибн Умар надежным передатчиком или является ненадежным передатчиком. Потому что мы говорили о том, что эта легенда рассказана Сейф ибн Умаром ат-Тамими, который является выдумщиком истории, что он выдумывал истории. Поэтому эта история ненадежна. И Абдулла Костекский попытался доказать обратно, попытался доказать, что Сейф ибн Умар является надежным, что мы ложно обвинили его в ненадежности. Мы первый вопрос посвятим этому. Надежен ли Сейф ибн Умар с точки зрения суннитских хадисоведов, с точки зрения суннитских ученых? Потому что он говорил о том, что с точки зрения суннитских ученых Сейф ибн Умар является надежным, великим, выдающимся ученым и так далее. Мы посмотрим. Это первая часть. Во второй части мы также поговорим о Сейф ибн Умаре, но немножко с другой стороны. Не с точки зрения суннитских ученых, не со слов суннитских ученых. Потому что этот вопрос мы разберем в первой части. Во второй части мы поговорим о том, какие и для чего выдумывал ложные истории Сейф ибн Умар. Какие он ложные истории выдумывал? Как он выдумывал ложные истории? И для чего? Здесь мы увидим, что все его истории, так или иначе, переписаны Табари и другими историками. Все эти истории преследуют одну и ту же цель. И что все они... То есть нам не нужно доказательств того, что Сейф ибн Умар является ненадежным, чтобы не верить в его истории. Почему? Потому что достаточно посмотреть то, что он рассказывает. Достаточно посмотреть на сами истории. И эти истории, которые рассказывает Сейф ибн Умар, они сами свидетельствуют о том, что он выдумывал эти истории. И поэтому мы разберем сами эти истории. И мы убедимся в том, что он невероятный лжец и выдумщик, который выдумывал с определенной целью. Выдумывал эти ложные истории с определенной целью. Это вторая часть. Вторую часть мы посвятим историям Сейфа ибн Умара. И третью часть. Третью часть мы посвятим второй части выступления Абдуллы Костекского. Абдулла Костекский вторую часть, то есть когда закончил вопрос с Сейфом ибн Умаром,
утверждал о том, что эта история рассказана не только Сейфом ибн Умаром, рассказана и другими, и стал приводить другие истории. А потом он перешел к шиитским источникам. Так вот, эти другие истории и якобы шиитские источники мы разберем в третьей части. Не будем много времени у вас отнимать, сразу приступим к обсуждению первого вопроса, а именно, является ли Сейф ибн Умар ат-Тамими надежным человеком с точки зрения суннитских ученых. Позиция Абдулла Кастекского была бы понятной, если бы она не была такой закрученной и сложной. Я бы сказал, даже очень-очень непонятной. Какова позиция Абдуллы Кастекского? Абдулла Кастекский говорит, казалось бы, на первый взгляд ясную вещь, но при этом очень неясную, абсолютно неясную вещь. Конечно же, толпа, люди, которые не знакомы с науками, с исламскими науками, с исламской методологией, методологией исламских наук, им покажется, что этот ответ и эта позиция Абдуллы Кастекского, она предельно понятна, предельно ясна. Но это на самом деле не так, потому что это очень, очень сложная и непонятная позиция у Абдуллы Кастекского. Какова его позиция? В чем заключается позиция Абдуллы Кастекского? Он говорит следующее. Он говорит, что Сейф ибн Умар, да, он является слабым передатчиком хадисов. То есть как передатчик хадисов Сейф ибн Умар довольно-таки слаб. Он слабый, ему нельзя доверять, у него нельзя брать хадисы. Но при этом Абдулла Кастекский утверждает, что согласно мнению суннитских ученых, и прежде всего он апеллирует мнением Ибн Хаджара Аскалани, он говорит, что Сейф ибн Умар был надежным в других вещах, в других науках. А какой науке? Ну, например, в истории. Что он был выдающимся, известным, великим, как он выражается, историком. И здесь он приводит пример, который, казалось бы, опять-таки понятен на первый взгляд. Говорит, что вот у нас имеется врач, который лечит глаза. Он является хорошим специалистом по глазам. Может ли он лечить что-то другое, например, мозги, например, печень? Может ли он быть врачом и доктором в других областях? И Абдулла Кастекси говорит, конечно же, нет, он не может быть хирургом. То есть, что он является, например, плохим хирургом, не означает, что он плохой глазной врач. И наоборот, то, что он хороший глазной врач, не означает, что он хороший также хирург. Но мы знаем, Аль-Сунна валь-Джамаа, не знаю, чьи это знают или нет, у нас есть разница. В каждом, например, медицине врач, кардиолог, который сердце лечит, он не может, не знает, касаемо, может быть, легкие, но он свое сердце хорошо знает. Или глаза. Или глазной врач. Он знает глаза лучше разбирается, но в других органах тела он не разбирается. Рука он слабый, здесь он слабый, там слабый, но глаза он очень хорошо знает. То есть это разные вещи, это разные специализации. И точно так же, как он, то есть он, по его утверждению, точно так же дела обстоят и с историей, и хадисоведением. Что как мухаддис, как хадисовед, Сейф ибн Умар является слабым. А вот как историк, он является выдающимся, известным, надежным человеком, надежным ученым, великим, выдающимся научным деятелем, как историк. Давай про него что сказали ученые истории. В хадисах он слабый. История он что сказал? А, как ученый-историк. Да, как ученый-историк. Хадис он слабый был. Как мухаддис слабый был. Например, кираа человек бывает, Коран читает, он йод кираа достоверный от этого человека. До пророка. Да, до пророка. Но в хадисах этот человек слабый. Он знает Коран, как передавались каждая буква, каждая точка. Но в хадисах этот человек слабый. Такие есть ученые. Это, конечно же, на первый взгляд, очень и очень понятная, ясная, казалось бы, позиция. Если вы не разбираетесь
в данном вопросе как специалист, как ученый. И, кстати, то, что говорит Абдулла Кастекский, очень ярко свидетельствует о том, что он или настолько нечестен, чтобы такими методами защищать себя, он мог бы просто сказать, я вот сослался на слабую историю, да, вот здесь как бы эта история слабая, но все остальное, что я говорил, это сильная, сильная история. Он мог бы так сказать. Или он, зная, что он, то есть разбираясь в этих науках и понимая, прекрасно понимая, что он несет полнейшую ерунду, потому что эту ерунду у нас писали в комментариях, то есть эту позицию высказывали у нас в комментариях, какая-то толпа высказывала после того, как мы потребовали у Абдуллы Кастекского достоверный снад, достоверный источник. У нас писали в комментариях, если Абдулла Кастекский действительно верит в это вот мнение, вот это мнение толпы людей, которые просто не разбираются в науках, и при этом он сам в этом разбирается, то есть он высказывает это, при этом сам прекрасно разбирается в этих науках, значит, он, к сожалению, нечестный человек, плохой человек. Или же нет, или же имеется и другое предположение, что он на самом деле в это поверил. Даже, может быть, более того, он пришел, почитал комментарии у нас на канале под этим видео, увидел, что вот ребята какие-то пишут очень убедительные ответы, то есть ему показалось, что это убедительно, что Сейф ибн Умар был плохим мухаддисом, но был прекрасным историком. И он сказал, ну почему бы нет, давайте запишем еще один ролик, где вот это мнение и выскажем. Возможно так. Но я, по крайней мере, очень сильно разочаровался в этом человеке. Я и так был разочарован, и так не было о нем высокого мнения. Но чтобы он был настолько плох, я даже, то есть, в этом разочаровался. Он плох даже в том, что он плох. Настолько все плохо. Почему? Все очень просто, дорогие братья и сестры, дорогие зрители и те, кто интересуется этим вопросом. Дело в том, что мы говорим о передатчике. Передатчике. Что значит передатчик? Передатчик – это тот, кто выступает посредником между нами и другими поколениями мусульман, другими поколениями людей. Что это означает? Это означает, что он передает от кого-то историю кому-то. Или же непосредственно нам, или посредством кого-то нам. То есть он передает кому-то эту историю, кто-то передает еще кому-то, и этот кто-то передает нам, например. Вот это есть роль передатчика. Передатчик, который передает что-либо. И когда мы говорим о надежности передатчика, является ли он надежным или нет, нам без разницы. То есть мы смотрим в первую очередь на то, кем является передатчик, а не то, что передается передатчиком. Почему? Я объясню. Все очень просто. Причина заключается в следующем. Потому что порой у нас может быть передатчик лжец, патологический лжец. Я, например, в своей жизни встречал таких людей, которые патологически были лжецами. Они не могли лгать. Они вот что-то говорят, и что-то, даже если говорят правду, они должны как-то приукрасить, что-то такое ложное внести. Они не могут просто взять и рассказать все как есть, рассказать правду. Им необходимо все это смешать, преувеличить и так далее, и так далее. Это такие люди. Они так воспитываются, так растут. У меня был один такой знакомый, который получил от меня такой отцовский, воспитательную отцовскую пощечину. Был такой человек. То есть, есть такие люди, с которыми я лично знаком, которые являются патологическими лжецами. Возможно, это передатчик из таких людей. Он, например, от кого-то что-то передает, но при этом преувеличивает, при этом врет. Или вовсе не передает ни от кого. Он может даже тот, кому он приписывает это предание, то есть, говорит, что я от такого-то передаю. Но при этом на самом деле от него ничего он никогда не слышал. На самом деле тот ему никогда такую историю не рассказывал. Он сам выдумал и приписал эту историю ему. То есть он может быть лжецом, сам передатчик. Или же он может быть, например, плохим человеком. Не обязательно быть лжецом. Он может быть плохим человеком. То есть мы не знаем, он правдивый человек или лживый человек. Но мы знаем, что он плохой человек, он преступник.
Он грешник, он совершает большие грехи, он совершает отвратительные вещи. Мы это знаем. И при этом не знаем, он надежный, то есть он правдивый человек или неправдивый. Но то, что он плохой человек, дает нам понимание того, что в той или иной ситуации, если ему это выгодно, он может соврать, он может что-то выдумать, что-то придумать и так далее. И поэтому у нас доверие к нему теряется. Или же может быть другая причина. Может быть причина в том, что он слаб памятью. У него слабая память. Он что-то когда-то передает, он что-то передает, передает то, чего никогда не слышал от других людей. Но не потому, что он лжец, а потому, что он, ему на самом деле кажется, что он это слышал. У него память, ему память изменяет. Он изменяет факты, изменяет данные, изменяет имена. Имена, запомните это. Изменяет имена. Изменяет другие что-то, что-то преувеличивает, но не специально. Потому что у него слабая память. Он не может сохранить историю, сохранить переданное ему, сохранить услышанное в том виде, в котором он это услышал. И так далее. То есть мы видим, что когда мы говорим о доверии к передатчику, речь не идет о том, что он передает. Речь идет о том, насколько сам он хорош или плох. Речь идет о нем самом. А Абдулла Костекский весь вопрос перенес на то, что им передается. Это довольно-таки глупая позиция. Это позиция людей, которые просто не разбираются в передатчиках, в вопросе передатчиков, в вопросе доверия к передатчику. То есть это довольно-таки очень странная, непонятная и ничем абсолютно неоправданная позиция. И это было бы полбеды, если бы Абдулла Костекский хотя бы попытался объяснить нам, почему он концентрирует внимание не на самом передатчике, потому что сам передатчик, он слаб. Мы это увидим, я прочитаю цитаты. Он обвиняется в ужасных поступках, в ужаснейших поступках, которые лишают любого человека абсолютно, каким бы он великим, выдающимся гением не был, лишают его доверия, лишают людей доверия к нему. Сам Абдулла Костекский не объяснил, почему, каким образом есть разница в передаче истории и в передаче хадисов его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он не объяснил, он сказал, что есть разница. Один человек специалист в этом, другой специалист в том. Но это вступление. Давайте посмотрим на следующий вопрос. Посмотрим на эту историю в Табари. То есть посмотрим то, что передается Сейфом ибн Умаром в книге Табари, потому что это все начинается с Табари. Табари взял эту историю у Сейфа ибн Умара, и все остальные взяли у Табари. И поэтому здесь на самом деле источником является именно книга Табари. Посмотрим на эту книгу. Как эта история начинается? Обратите внимание. Итак, это книга Табари. Тарих Табари. Страница 340. Четвертый том. Итак, издание также скажем. Дарут Тураз, Бейрут, Ливан в 11 томах. Издание второе. 1387 года издание. Вот как начинается эта история. Это ровно та самая история, на которую указал Абдулла Костекский в самом первом своем выступлении. Смотрите, как начинается. Фима кетаба бихи илайя ас-сарри ан Шуэйб ан Сейф ан Атия ан Язид фақааси аль-фақааси. Табари говорит, что эта история дошла до меня от Сарри. То есть Сарри написал мне письмо. Фима кетаба бихи илайя сарри. То есть сарри написал письмо. Это очень важно. Это тонкости, которые обычный человек, не знакомый со всеми этими науками, на эти вещи не обращает внимания. Но это очень важно. Обратите внимание. Кетаба бихи илайя сарри. Мне написал сарри. Что написал? Написал, что он узнал от Шуэйба. А Шуэйб узнал от Сейфа, то есть от Сейфа ибн Умара. А Сейф узнал от Атия. А Атия узнал от Язида фақааси. Что он узнал? Что
قال كان عبد الله ابن سبا يهوديا من أهل السنة и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что Абдулла ибн Саба был иудеем из Йемена, и вся остальная дальнейшая история. То есть та история, на которую указал Абдулла Кастекский, и которую мы также очень коротко пересказали в одном из своих выступлений. Что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем, что Сейф ибн Умар всего лишь является передатчиком, он даже не является свидетелем этих событий, потому что эти события, по его утверждению, происходили во времена халифа Усмана ибн Аффана. Сейф жил намного позже. Мы чуть позже увидим, узнаем, когда Сейф ибн Умар жил. Он жил позже, он не застал эти времена. И поэтому об этих, то есть о временах Абдулла ибн Саба, то есть предполагаемого Абдулла ибн Саба, он мог узнать только через передатчиков. И поэтому он служит всего лишь звеном в этой цепи передатчиков. Это во-первых, что нам необходимо иметь в виду. Во-вторых, обратимся к суннитским книгам и посмотрим, что говорят суннитские специалисты, суннитские ученые о надежности Сейфа ибн Умара ат-Тамими. Насколько надежен Сейф ибн Умар ат-Тамими с точки зрения суннитских ученых. Итак, это Тахдиб ут-Тахдиб ибн Хаджар ас-Аскалани, первое издание Дайрат аль-Маариф ан-Низамия, издано в Индии в 12 томах в 1326 году. Итак, четвертый том, 295-я страница, передатчик под номером 518. Сейф ибн Умар ат-Тамими. Что здесь говорится? Говорится, то есть, когда Ибн Хаджар ас-Аскалани начинает передавать мнение ученых о его надежности, говорит следующее. Галь Ибн Муин, даифуль хадис. Ибн Муин сказал, что он даифуль хадис, то есть слабый передатчик. Слаб в передачах. Как передатчик слабый. А в другом месте Ибн Муин сказал, вакаля марратан фалайса хейрун минху. А в другом месте сказал, что от него никакого добра нету. От него нет никакого добра. Это мнение Ибн Муина. Он в одном месте, когда у него спросили про Сейф ибн Умара, он сказал, что слабый передатчик, а в другом месте сказал, что от него никакого добра нет. И далее Ибн Хаджар передает. Вакаля Абу Хатам матрукуль хадис. Абу Хатам сказал, что его передачи, то, что он передает, покинуто. Яшпаху хадису хадис аль-Вакиди. Что то, что он передает, похоже на то, что передает Вакиди. И далее Ибн Хаджар приводит. Вакаля Абу Дауд ляйса бишейн. Абу Дауд ас-Саджистани сказал, что он ничего из себя не представляет. Ляйса бишейн. Ничего из себя не представляет. Вакаля Насаи. Итак, на следующую страницу переходим. Ваддарикутни даифун. Насаи и Дарикутни, которые являются выдающимися хадисоведами, сказали, что слабый. Они описали Сейфа ибн Умара как слабого. Вакаля ибн Удей, ба'ду ахадисуху машхуратун ва амматуха мункира. Ибн Удей сказал, что некоторые его передачи являются распространенными, но большинство из них отрицаются людьми. Лам ютабю алейха, что никто за этими его передачами, за переданными им, не следует. Вакаля ибн Хиббан. Что сказал Ибн Хиббан? Эта передача, это приводит Ибн Хаджар ас-Аскалани в своем Тахдибу ат-Тахдибе. Говорит, Ибн Хиббан сказал следующее. Ярвиль маудуат аниль асбат. Что Сейф ибн Умар передает выдуманные им вещи, приписывая и это надежным передатчикам. То есть он передает выдуманное. Ярвель молдуат аниль асбат. Что это значит? То есть он выдумывал какую-то историю и говорил, что слышал это от такого-то, такого-то. Но всегда он выбирал надежного человека. То есть приписывал рассказ этой истории или этого хадиса, или чего-то еще, приписывал надежному передатчику. Асбат. Вакаля. وقالوا أنه كان يدع الحديث. Ибн Хиббан сказал, что его обвиняют в том, что он выдумывал хадисы.
выдумывал предания. قال قلت كلام بقية كلام ابن هبان اتهم بالزندقة. Ибн Хаджар говорит, что далее Ибн Хиббан сказал, что Сейф ибн Умар обвиняется в неверии, обвиняется в том, что он был зиндиком, вероотступником. وقال البرقاني أن الدارقطني متروك الحديث. Барقاني передал от Дарикутни, что он покинут как передатчик. وقال الحاكم Хаким Нишабури, Нисабури, что он сказал? Уттухима биззандака, что он обвиняется в том, что был зиндиком. Это сказал Хаким. Итак, и далее говорится о том, что он умер во времена халифа Харуна Рашида. Итак, мы видим, что он жил намного позже Османа ибн Аффана и предполагаемого Абдулла ибн Саба. Все. Это то, что приводит ибн Хаджар Аскалани в Тахдибу Тахдиб. Это все те мнения, которые приводят о нем Ибн Хаджар Аскалани про Сейф ибн Умар. И мы здесь видим, что нет ни одного положительного мнения о нем, как о передатчике. Нету ни одного положительного мнения. Давайте посмотрим на другие книги. То же самое мы наблюдаем и в Мизануль-Этидал, второй том, 255 страница. Это Дарул Маарифа, первое издание 1963 года в четырех томах. Это книга Захаби, Шамсуддина Захаби. Передатчик под номером 3637. Итак, здесь, начиная говорить о мнениях людей, о мнениях ученых о Сейфе ибн Умаре, Шамсуддин Захаби начинает говорить: «Галя Аббас ан Яхья даифун». Что Яхья сказал, что он слаб. «Ан Яхья фалайса хайрун минху». А Мутин передал от Яхьи, что он сказал, что Яхья сказал про Сейф ибн Умара, что от него нет никакого добра. Мы это видели в Тахдибе. «Лайса бишейн Абу Дауд сказал». Я быстро, чтобы не тратить время. Абу Хатим сказал «Матрук». Ибн Хиббан сказал «Уттухима биззендага», что обвиняется в том, что был зендигом Ибн Хиббан. Ибн Удей сказал «Аммату хадисихи мункер», что большинство его передач отрицаются. Это вот те мнения, которые приводят Мизан аль-Итдалис, Шамсуддин Захаби. И мы здесь опять-таки не видим ни одного положительного мнения об этом человеке. Давайте пойдем дальше. Это тоже Шамсуддин Захаби, аль-Кашиф, передатчик под номером 2224, первый том, 476 страница. Это Дарул Кибля, издание Дарул Кибля. Итак, что здесь говорит? Да афаху ибн Муин ва гейруху. Говоря о нем, о Сейф ибн Умаре, Шамсуддин Захаби говорит, что ослабили его, считают его слабым ибн Муин и другие. Все, больше ничего о нем Захаби не говорит. Или давайте посмотрим Ад-Дуафа валь-Матрукун лин-Насаи. Насаи, у него есть сборник слабых передатчиков. То есть он собрал передатчиков, которые покинуты и которые были слабыми. Итак, это 50-я страница, передатчик под номером 256. Что сказал Ан-Насаи про Сейф ибн Умара? Даифун. Даифун. Все. И больше ничего не сказал. Он слаб, как передатчик. Итак, давайте посмотрим Ад-Дуафа уль-Кабир лиль-Укейли. Что сказал Укейли? Также у Укейли имеется сборник слабых передатчиков, где он собрал всех слабых передатчиков. Тем более это Ад-Дуафа уль-Кабир, где более подробный сборник. Итак, во втором томе на странице 175 под номером 694 это издательство Даруль Мактабатуль Ильмия. Даруль Мактабатуль Ильмия. Угайлик говорит «Хуа даифун». И все. Больше ничего опять-таки про Сейф ибн Умара не говорится. Говорится, что он слабый. Как слабый, как кто? Как передатчик. Итак, мы видим, что все книги говорят о нем одно и то же, утверждают одно и то же. Давайте даже сделаем более того. Есть такой хороший хадис под названием «Ислам Веб». Это очень авторитетный, известный, популярный в арабском мире хадис. В арабском мире сайт. Там имеется библиотека, там имеется хадисы, там имеется раздел фетв, имеется и также раздел передатчиков. В этом разделе приведены
слова ученых и общее мнение, то есть общепризнанное мнение, результат, точка зрения об этом человеке. Что здесь говорится? Про Сейфа ибн Умара говорит следующее. Вот эта вот страница, которую вы видите перед собой, это Сейф ибн Умар. Это в этом, на этом сайте передатчик под номером 3737. Итак, что здесь говорится? Муттахамун бильваде. Что Сейф ибн Умар обвиняется в том, что выдумывал. Вот основная точка зрения про Сейф ибн Умара. Выдумывание. Муттахамун бильваде обвиняется в том, что выдумывал. Итак, давайте теперь посмотрим, порассуждаем насчет следующего вопроса. Какая разница, что передает человек, который любит выдумывать, или есть у него наклонности, склонности к выдумыванию, или есть интерес к выдумыванию? Какая разница, что он передает, Абдулла Кастекский? Почему ты нам не объяснишь, какая разница, историю он передает или слова его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям? Какая здесь разница? Мы ведь рассматриваем его не как исследователя истории, мы его не рассматриваем как исследователя хадисов, мы его не рассматриваем как специалиста по риджалу, так, например, риджалу по передатчикам, каким был, например, Насреддин Албани. Мы его не рассматриваем с этой точки зрения, Абдулла Кастекский. Мы его рассматриваем с точки зрения того, что он что-то передавал. Мы его рассматриваем как передатчика. Так вот, надежный он передатчик или ненадежный? Мы утверждаем, что он ненадежный. Почему? Потому что он обвиняется в том, что выдумывал. Мы говорим, что он ненадежный, потому что все единогласны в том, что он слабый передатчик. А ты утверждаешь, что он надежный. Почему? Ты говоришь, да потому что все говорили о нем как о передатчике хадисов. То есть, когда говорили, что он слабый, говорили как о передатчике хадисов. Но как передатчик истории, как передатчик военных каких-то историй, как передатчик каких-то жизненных каких-то историй, ты говоришь, что нет, он здесь надежный, великий ученый, выдающийся специалист. Мы спрашиваем, какая разница, ведь он в том и в другом случае выступает как передатчик. Разве критерии передатчика не одинаковы? Неважно, во всем, Абдулла Кастекский, во всем критерии одинаковые. Почему? Потому что если ты приходишь в какую-то там местность, в какой-то город или в какое-то село, лучше скажем, приходишь в какое-то село и говоришь, что соседнее село собирается силами и вооружается, чтобы напасть на вас, так? Если ты это говоришь, то здесь у этих людей есть два варианта. Или поверить тебе, или не поверить тебе. Здесь есть два варианта. Или они знают тебя как человека надежного, или знают как лжеца. Допустим, представим себе, что ты, Абдулла Кастекский, не дай бог, известен среди жителей этой деревни как патологический лжец, как человек, который любит что-то выдумывать. Человек, который что-то выдумывает, известен как зиндик. Как ты думаешь, правильно ли то, что они тебе поверят? То есть я хочу сказать, что не важно, что ты передаешь. Потому что эти критерии, они являются общечеловеческими критериями. Критерии надежности. И не важно, где ты, что ты, как ты, что ты передаешь. Здесь смотрят на то, каков ты, кто ты, надежен ли ты, правдив ли ты, не изменяет ли тебе память и так далее. И с этой точки зрения мы говорим, и вообще хадисоведение говорит о том, что тот или иной передатчик является слабым, или другой является сильным. Ну, например, есть Ибн Ла'ин, если мне не изменяет память, который является одним из передатчиков Бухари. Так? Он является слабым. Почему он является слабым? Потому что у него была слабая память. Но почему же тогда, раз он слабый, Бухари передавал от него хадисы? Потому что Бухари говорил, что я не передавал те хадисы, которые он рассказывал наизусть, а передавал те хадисы, которые он записывал. Те, которые он записывал. Поэтому его записи, они вполне надежны. Почему? Потому что Ибн Ла'ин является надежным, правдивым с точки зрения суннитских хадисоведов, является правдивым,
Но ему изменяла память. Поэтому с его слов ничего не принимали. Принимали только со слов его... переписывали только с его книг. Например, то есть я хочу сказать, что эти критерии не общие. Почему ты говоришь, что как передатчик истории он силен, а как передатчик слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, он слаб? Какая разница? Если он ненадежен, он ненадежен ни в том, ни в другом. Если он обвиняется в том, что выдумывал, если он обвиняется в том, что он был зындиком, если он обвиняется в том, что он слабый, что слабый передатчик, то какая разница, что он передает? Ты нам не это не объяснил. Мы очень хотели бы узнать твое мнение. Какая в этом разница? Да, мы прекрасно понимаем, какая разница между врачом, который лечит глаза, и врачом, который лечит, например, что-то другое. Почки, например, лечит. Мы здесь разницу ясно чувствуем. А здесь мы не чувствуем никакой разницы, потому что мы говорим, что надежность не зависит от того, что он передает, а зависит от того, как, каков он сам, надежен ли он, можно ли ему доверять или нет. И поэтому твой пример абсолютно неуместен в этом случае. Давайте посмотрим на этом же сайте, на сайте IslamWeb, мнение ученых о нем, потому что все приведено в одном месте и довольно-таки удобно. Так. И мы здесь увидим, что он ничего хорошего про него вообще не сказано. Нету ни одного положительного мнения о нем. Здесь собраны все мнения ученых о нем. Обратите внимание. Итак, Ибн Удей Джурджани, даифун. Дальше не будем читать, потому что довольно-таки он объясняет. И мы часть этих слов читали и в Тахдибу Тахдибе. Абу Джафар Укейли, ла ютабу аля кафири мин хадисихи. То есть большинством за большинством из его хадисов никто не следует. Абу Хатим Ар-Рази, матрукуль хадис. Что он покинут как передатчик. Абу Хатим Ибн Хиббан говорит, что ярвиль молдуат аниль асбат. Это его мнение, что он передает выдуманное, приписывая это надежным передатчикам. Уттухима биззандака, обвиняется в том, что он был зендигом. Галу инна хукана, кана яда уль хадис. И Ибн Хиббан говорит, что утверждают, что он выдумывал хадис, выдумывал предание. Абу Дауд ас-Саджистани ляйса бишейин. Так? А ничего из себя не представляет, говорит Абу Дауд. Хаким Нишабури обвиняется, он утверждает, обвиняется в том, что был зиндиком. И Хаким добавляет очень важную вещь. Васакитур ривая, что его передачи ненадежны, то, что он передает, ненадежны. Абу Наим ас-Исфахани муттахамун фи динихи, марма биз-зандака, сакитул хадис ла шейа. Абу Наим сказал, обвиняется в своей религии. То есть его обвиняют в том, что у него была другая религия, что он покинул ислам, что он не был мусульманином. Он в этом обвиняется. Марма биз-зандака, обвиняется в том, что он был зиндиком. Сакитул хадис, что его хадис никакого значения, никакой ценности не представляет. Ла шей, ничего абсолютно не представляет. Ахмад ибн Шуайб ан-Насай, даифун, слабый. Ибн Хаджар Аскалани, даифул хадис. Умдатун фит тарих, афаша ибн Хиббан ал-Кавла фи. К этому мы еще вернемся, к тому, что ибн Хаджар говорит, мы еще вернемся, потому что именно на это ссылается Абдулла Кастекский. Мы к этому еще вернемся. Ибн Арак, муттахамун биззандага, вавада аль-хадис. Ибн Арак говорит, что он обвинялся в том, что был зиндигом, и выдумывал хадисы. Выдумывал вада аль-хадис. Выдумывал хадисы. Ему не просто изменяла память, а он выдумывал хадисы. Ад-Дари Кутни, даифун, матрукун, закараху физу афа валь матрукун. Дари Кутни причислил его к числу покинутых и слабых передатчиков и сказал, что он слабый и покинутый. То есть, причислив его к слабым и покинутым, он назвал его слабым и покинутым. Ибн Джами, кана яда уль хадис. Ибн Джами говорит, что он выдумывал хадисы. Ва кана пад уттухима биззандага. Ибн Джами говорит, что... Или Ибн Джумей, я могу неправильно прочитать. Ибн Джами говорит, что он выдумывал хадисы и обвинялся в том, что был зиндиком. Выдумывал хадисы и в том, что был зиндиком. Это мнение ученых о них. Итак, авторы книги Тахрир Такриб Тахдиб говорили, что даифун джиддан, фахадисуху даифун джиддан, что то, что он передает, крайне слабое, является крайне слабым. Яхья ибн Муин, даифул хадис, что он слабый, ибн Муин сказал, что он слабый. Итак,
Якуб ибн Суфьян ляйса бишейн. Последнее мнение. Якуб ибн Суфьян сказал, что он ничего из себя не представляет. Ляйса бишейн. Это то, что, все те мнения, которые мы можем обнаружить на сайте IslamWeb об этом передатчике. А как правило, этот сайт собирает все мнения всех ученых, которые так или иначе высказывались о том или ином передатчике. Да, здесь единственное, что мы обнаружим, это слова «умдатун фитарих» «вавхаша ибн Хиббан аль-Ковла фиги». Мы это обнаружим, но мы об этом говорим. И кроме этого, мнение всех все единогласно, что он слабый. И даже ибн Хаджар аль-Аскалани, который сказал, что «умдатун фитарих», даже ибн Хаджар сказал, что «даиф уль-хадис», что он слаб в передаче хадисов. Итак, мы видим, что он слаб, как передатчик, но Абдулла Кастекский ссылается на слова Ибн Хаджара Аскалани, что он является умдатун фитарих. И вот как переводит умдатун фитарих. Абдулла Кастекский, умдатун фитарих. Он переводит следующим образом, что он хорошо разбирался в истории. Вот так переводит Абдулла Кастекский эти слова Ибн Хаджара Аскалани. Говорит, что Сейф ибн Умар хорошо разбирался в истории. Истории, которую история очень хорошо знает, говорит Ибн Хаджар рахимахуллах, про Сейф ибн Умар. Эти истории же, Абдулла ибн Саба, в этих он очень хорошо разбирается. Но, конечно же, мы опять-таки просто разочаровались в знании Абдулла Кастекского арабского. Почему? Потому что «умдатун фитарих» не переводится как «хорошо разбирался в истории». Да даже так, и даже если так, даже если эти слова означают, что он хорошо разбирался в истории. А как передатчик? Как передатчик. Допустим, я хорошо разбираюсь в истории, я хорошо разбираюсь в хадисоведении, я знаю, какие хадисы достоверные, какие недостоверные. Я хорошо разбираюсь в передатчиках, я хорошо разбираюсь в понимании хадисов, в значении хадисов и так далее и тому подобное. Допустим, я во всем этом разбираюсь. Значит ли это, что я являюсь надежным? Если это так, как ты переводишь, то это не значит, что он надежный передатчик. А мы сейчас, говоря про Абдулла ибн Сабу, про легенду Абдулла ибн Сабу, говорим о Сейфе ибн Умаре как о передатчике, потому что Табари говорит, что «фима кетаба илейя сарри ан Шуэйб, ан Сейф, ан Атия, ан Аль-Факаси». То есть в том, что дошло до меня в письме от Сарри, когда он передавал от Шуэйба, Шуэйб передавал от Сейфа, Сейф передавал от Атия, Атия передавал от Аль-Факаси, то здесь мы в этой истории про Абдулла ибн Сабу обнаруживаем Сейфа ибн Умара как передатчика. Причем здесь разбирался, не разбирался в истории? Причем здесь это? Мы говорим о том, правдив он или не правдив, надеж или не надеж, фика или не фика. Вот о чем мы говорим, надежности этого человека, как передатчика. Причем здесь как он как специалист в истории или не специалист в истории. Хорошо он разбирался в истории или нехорошо разбирался в истории. Это во-первых. Во-вторых, Абдулла Кастекский, «умдатун фитарих» не переводится как «хорошо разбирался в истории». Нужно было просто правильно перевести. Хотя, конечно, это сути не меняет, но все-таки переводится как «опора». Хотя ты это тоже, насколько мне, если мне не изменяет память, озвучивал. Опора является опорой в истории. Что это означает? Это означает, я это докажу, это означает, что историки брали у него истории для своих книг, по истории. В частности, Табари, конечно же. Ну, не то чтобы в частности Табари, в первую очередь Табари. И далее уже остальные историки. То есть он был опорой Табари. Табари, который является учителем всех остальных историков. Учителем и наставником всех остальных историков, потому что все остальные историки равнялись именно на Табари, писали у него, брали истории свои. А Табари опирался на Сейфа ибн Умара, потому что он говорит, ну как опирался?
опирался через, потому что ему Сарри написал от Шуэйба историю, которую рассказал Сейф, но Сейф, который приписывал эту историю Атия, якобы этот Атия передал эту историю от Факаси. Таким образом, получив эту историю от Сарри, Табари взял ее за основу своей книги, то есть внес это в свою книгу. Но мы об этом еще поговорим. Вот что означает, что в истории он является основой, потому что истории брали у него, истории, касающиеся первого халифа, второго халифа, третьего халифа и в дальнейшем. И здесь очень у него много разных выдуманных. Мы об этом еще поговорим во второй, в следующей части, об этих выдуманных историях. У него очень много выдуманных историй, касающихся времен этих первых трех халифов. Об этом мы еще поговорим, с позволения Бога. Иншаллах. Один из сильнейших ученых, кто сейчас? Шейх ат-Тарих, кто? Табари. Многих историях, много передач в историях, он даже его взял основом. То есть к кому он возвращался? Возвращается. И в историях он взял этот Сайф ибн Умара. Но здесь означает ли это то, что Табари взял у него через кого-то, взял историю Сейфа, что Сейф является надежным передатчиком? Конечно же нет. Никто с этим не согласится. Никто это всерьез не воспримет, Абдулла. Нужно быть честным с самим собой. Нужно быть честным перед Богом. Возможно, мы, шииты, плохие. Возможно, у нас ложное учение с своей точки зрения. Но это не дает тебе права использовать нечестные и неправильные методы для того, чтобы доказать нашу ложность. Используй те методы, которые доступны, которые являются дозволенными, которые являются правильными. Зачем прибегать к ложным историям? Это ведь заблуждение, это уход от правильного пути. Ты сам себя таким образом закапываешь. Нужно быть честнее, нужно быть объективнее, нужно быть более совестливым человеком, коим являешься ты. Это просто нечестно, это неправильно, это несовестливо. Это непорядочно поступать таким образом. Все суннитские ученые абсолютно без исключения говорят, что Сейф ибн Умар как передатчик слабый. А ты пытаешься нам навязать, что Сейф ибн Умар, нет, он надежный, когда передает историю, что он слабый, когда хадисы передает. Это просто твоя попытка навязать нам силой то, что ни один разум просто принять не может. Ни один здравый, разумный человек принять не может. Да, Табари опирался на него, и это совершенно право. И в этом Ибн Хаджар Аскалани совершенно прав. Ибн Хаджар Аскалани говорит, умдатун фит тарих, он является опорой в истории, и он совершенно прав, и мы с этим согласны. Он является опорой, но надежная ли эта опора, можно ли ему доверять? Конечно же нет. И то, что Табари передавал от него что-то, не означает, что он надежный. Почему? Потому что ты сам с этим не согласишься. Если ты говоришь, что все передатчики, через которых Табари передавал свои истории, являются надежными, то ты приравниваешь историю Табари к Сахиху Бухари по своей достоверности. Ни один ученый, ни один исследователь, кроме твоего воображения, нигде это даже представление, даже подобное отношение к книге Табари ни у кого не возникало. Ты говоришь, Шамсуддин Захаби в своем «Тарих уль-Исламе» приводит от Сейфа ибн Умара. Да, Шамсуддин Захаби переписал это все у Табари. И что? И все, что приводит в своей книге Шамсуддин Захаби, в своей книге «Тарих уль-Ислам», все это является надежным? И все передатчики, через которых он передает те или иные истории, являются надежными? Конечно же нет. Кто с этим согласится? Кто под этим подпишется? Что за аргументация? Ты аргументируешь глупейшими вещами. Я просто удивляюсь, как ты мог этим аргументировать? Как ты можешь аргументировать надежность передатчика, о слабости которого сказали все единогласно, сказали все суннитские ученые без исключения. Как ты можешь апеллировать и доказывать его надежность тем,
что Табари и Захаби привели от него истории. Как ты можешь это делать? Это просто не вмещается ни в какие рамки. Это настолько непрофессионально, настолько по-дилетантски, что просто слов нету. Невозможно это выразить словами. Насколько ты слаб, Абдулла Костекский. Я слышал, я не знаю, какие-то ребята рассказывали, что ты долгое время учился в Сирии и так далее. Я думаю, я знаю ребят, которые учатся в Египте, в Аль-Асхаре, в других местах. И знаю, что они учебой не занимаются. Их времяпровождение – это футбол, посиделки, чаепития, обсуждение тех, обсуждение этих. Сидят там, обсуждают кто кого, что-то там. Я просто знаю эту суннитские вот эти вот институты, суннитские учебные заведения, в которых учатся в том числе и дагестанцы. Знаю, что они просто зря прожигают свою жизнь в этом месте. И мне кажется, что ты этим же и занимался в Сирии, что ты на самом деле не учился, а и занимался. И тебя просто вот твои необразованные знакомые и близкие решили, что ну давай, ты столько лет учился, давай чем-нибудь займемся. Вот будем записывать ролики про шиитов и так далее. Это актуально, например. Но ты настолько непрофессионален, Абдулла, настолько невнимателен, настолько непрофессионален, настолько дилетант, что это ни в какие рамки просто не лезет. Нет, я о тебе не был никогда высокого мнения. Это прекрасно видно, что у тебя слабый интеллект. Я тебе сначала сказал. Я когда говорю, что у тебя слабый интеллект, что тебе не нужно в эти вопросы лезть, что не нужно тебе в эти религиозные обсуждения лезть, тем более обсуждать шиитов, я не пытаюсь тебя унизить. Я это говорю с абсолютной искренностью, с абсолютно честно. Я полностью убежден в этом, и я это вижу. Но это не значит, что ты никакой. Потому что ну, не обязательно, чтобы все были специалистами в хадисоведении, в религии специалистами были. Кто-то, например, умеет пахать землю. Я, например, не умею пахать землю. Я не умею выращивать скот и так далее. Ну, у каждого свое умение, у каждого свое. Кто-то умеет чинить автомобили, кто-то умеет чинить мотоциклы, кто-то умеет ремонтировать велосипеды и так далее. А кто-то, вроде меня, этого не умеет. Но это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Нет. Я тебе говорю, что ты слаб в этом. Это не твое дело. Ты занимаешься не тем. Тебе навязали твое окружение, навязали то, в чем ты не разбираешься. В том, в чем ты не специалист. Потому что то, на что ты апеллируешь, кроме смеха и просто просто недоумение ничего не вызывает. То, что ты говоришь, апеллируешь надежности передатчика тем, что Табари и Захаби в своих историях привели от него истории. Это насколько нужно быть. И при этом игнорируешь полностью мнение всех абсолютно суннитских ученых, что он как передатчик. Даифуль хадис, Абдулла, даифуль хадис не переводится как слабый в науке хадисоведения. Понимаешь, ты настолько дилетант, что даже эту терминологию не понимаешь. Даифуль хадис означает, что он передатчик слабый. Что-то когда-то передает, что-то когда произносит, что-то когда говорит, он слаб. То, что он говорит, не заслуживает доверия. Вот что значит даифуль хадис. Даифуль хадис, вот это означает, потому что хадис – это речь. Хадис – это речь. То есть он в своей речи, в своих словах, то, что передает, то, что произносит, то, что говорит, то, чему обучает, он слаб, ненадежен, ему нельзя доверять по тем или иным причинам. Или он лжец, или же он слаб памятью, или еще какие-то причины, или он просто плохой человек, мы не знаем. Мы никогда от него не слышали лжи, всегда слышали только правду. Но при этом он грешит, он убивает, грабит или еще что-то делает, например. И это все говорит нам о том, что для него ничего не стоит и врать. Ну, например. Пример. То есть разные случаи бывают ненадежности, причины ненадежности того или иного человека. А то, к чему ты апеллируешь, это просто крайне глупо, крайне невероятно, просто невероятно. Здесь, если я буду целый час утверждать о том, что это просто крайне глупо и невероятно, это будет мало, это будет недостаточно, чтобы выразить всю твою глупость, всю глупость твоей методологии, всю глупость тех аргументов, которые ты приводишь. И таким образом, то, что говорит Ибн Хаджар Аскалани, что он слабый передатчик, но при этом является опорой в истории, это совершенно правда. Но это не доказывает надежность сейфа Ибн Умара. Почему? Потому что то, что он был опорой, это да, историки опирались на него.
Это да. Но это не доказывает его ненадежность, потому что он обвиняется в том, что был зиндигом, обвиняется в выдумывании, обвиняется и так далее, и так далее. Давайте обратимся к тому же самому сайту IslamWeb и посмотрим. На этом сайте IslamWeb имеется несколько фетв. То есть здесь имеется раздел фетв. И в этих фетвах, в нескольких фетвах говорится о Сейфе ибн Умаре. Задается вопрос о Сейфе ибн Умаре и отвечается. Отвечают на то, каков Сейф ибн Умар, кем он является. И здесь я просто хочу дать понять, что то, что я говорю, это не просто мое понимание. Это понимание суннитских ученых, потому что IslamWeb управляется суннитскими специалистами, суннитскими учеными. Это авторитетный в суннитском мире сайт. Туда обращаются. Им в описании этого сайта можно посмотреть, кто управляет, кто отвечает, кто ответственен, под чьим руководством это все происходит. Я хочу дать понять, что то понимание, которое я изложил, слов Ибн Хаджара Аскалани, что умдатун фит-тарих, что он является опорой в истории, что это мое понимание, это не является моим исключительным пониманием, это пониманием суннитских ученых. Я также хочу дать понять, что то понимание, которое имеет Абдулла Костекский, это понимание не суннитских ученых, это ложно, это его собственная выдумка, которую он прочитал, возможно, в комментариях у нас под видео. Там писали люди такое мнение. Я не обращал на это внимания. Это было вполне понятно, потому что это могли быть люди, которые не разбираются вообще ни в чем. Но Абдулла Костекский, который утверждает о том, что он является ученым, талибуль-эльм, что он является специалистом в этих вопросах, от него такое мнение слышать, это просто удивительно. Я хочу дать понять, ссылаясь на эту фетву из сайта IslamWeb, хочу дать понять, что та точка зрения, которую озвучил Абдулла Костекский о том, что слова Ибн Хаджара Аскалани, что он является опорой в истории, что эти слова означают, что Сейф ибн Умар был надежным. Я хочу дать понять, что это неправильное понимание. Эти слова не означают, что он надежен, потому что сам Ибн Хаджар Аскалани говорит «даифуль хадис», что он слаб, как передатчик. Итак, это сайт IslamWeb. Известный, авторитетный в суннитском мире сайт. Итак, здесь задается вопрос про Сейфа ибн Умара. Задается вопрос про битву Улейса. Про битву Улейса, которая произошла после смерти его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и которая происходила под руководством Халид ибн аль-Валида. То есть, я хочу дать понять, что вопрос не касается хадиса посланника Аллаха. Вопрос касается истории, которая произошла, битвы, которая произошла после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произошла позже. Это не хадис, это история. И спрашивается, что здесь Халид ибн аль-Валид убивал пленных. Согласно истории, которую передал Сейф ибн Умар, Халид ибн аль-Валид убил 70 тысяч пленных. 70 тысяч пленных были убиты Халидом ибн аль-Валидом. То есть не просто в битве были убиты, а были убиты те люди, которые сдались в плен. Они после того, как сдались в плен, были убиты Халидом ибн аль-Валидом. И задающий вопрос, спрашивает об этом, что является ли эта история надежной. Вот что говорится. Говорится, что Васейф, что одним из передатчиков Раваха мин Тарига Сейф ибн Умар ат-Тамими, что историки передают эту историю от Сейфа ибн Умара ат-Тамими. Как видите, Раваха мин Тарига Сейф ибн Умар ат-Тамими, что эту историю передал именно Сейф ибн Умар ат-Тамими. Итак, что говорится? Васейф аля шухратихи фит тарих واعتماد الناس عليه إلا أنه غير مقبول الرواية كحال الواقدي. Что он говорит? Что говорят в ответе на сайте IslamWeb? Что Сейф, несмотря на то, что он известен как историк, على شهرته في التاريخ وعلى
وَاَيْتِمَادِ النَّاسِ عَلَيْهِ И несмотря на то, что люди опирались на него, وَاَيْتِمَادِ النَّاسِ عَلَيْهِ Какие люди опирались на него? Историки опирались на него. Табари опирался на него. Ибн Касир опирался, Ибн Асир опирался, Захаби опирался, Абуль-Фида опирался, и все остальные, Ибн Асакир опирался, остальные опирались. Несмотря на то, что историки опирались на него, «Иннаху, илла аннаху гейру макбули ривая». Но несмотря на это, невозможно принимать от него истории. Невозможно доверять тому, что он рассказывает. Тому, что он рассказывает. Нельзя гейру макбули ривая. И это ответ в том месте, где задается вопрос про историю, не про хадис, а про историю задается вопрос. Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что ему доверяли в истории, что опирались на него, на рассказанные им истории опирались историки, такие как Табари, несмотря на это, он является слабым передатчиком. Ему в его передачах доверять нельзя. «Илла аннаху гейру макбули ривая». И это касается истории Улейса, то есть битвы Улейса, которая происходила под предводительством Халида ибн аль-Валида. И далее приводится мнение ученых, те мнения, которые мы ранее зачитывали. В том числе, например, Матрук-уль-Хадис. Например, Абу Хатим ар-Рази сказал, что Матрук-уль-Хадис. Так при чем здесь хадис? Почему вы приводите, почему вы сайт Ислам-Веб, который руководится исламскими суннитскими учеными, почему вы, суннитские ученые, приводите Абу Хатима ар-Рази, где он сказал, что матрукуль хадис, что его хадисы покинуты, если речь идет про историю, речь не идет про хадис? Да потому что матрукуль хадис не означает, что он слаб в хадис, как хадисовед, а означает, что он в своих передачах слаб, то, что он передает. Вот в этом он слаб. Это одно мнение. И здесь опять-таки приводятся... Но есть и другие фетвы на сайте Islamweb. Например, другая фетва, где говорится про Барра ибн Малика. Барра ибн Малик – это брат Анаса ибн Малика, сподвижника его святости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Здесь спрашивающий спрашивает, задающий вопрос спрашивает, что согласно истории Барра ибн Малик сказал то-то и то-то. Ну, неважно, что он сказал, мы не хотим затягивать этот вопрос. Достоверно ли это, что Барра ибн Малик на самом деле эти слова сказал? Опять-таки, мы видим, что это не хадис. Это, опять-таки, история, касающаяся Барра ибн Малика. И что говорит сайт Islamweb? Говорит, وَأَصْلُ حِكَايَةِ الْقِسَّةِ عَنْ سَيْفِ بِنْ عُمَرَ التَّمِيمِ Что сама история рассказана, основа истории рассказана Сейф ибн Умаром ат-Тамими. Вот. وَأَبْرَدَهُ الْوَاقِدِ فِي كِتَابِ То есть и Ваقиди в своей книге привел эту историю. Итак, что насчет Сейфа? Про Ваقиди он говорит, что слаб. То есть сайт говорит, что Ваقиди слаб. Что говорится про Сейфа? Говорится, وَسَيْف لا يوثق بمرفياته أيضا. لا Абдулла Кастекский, читай свои собственные сайты, мнения своих собственных ученых. Говорится в Сейф, لا يوثق بمرفياته أيضا, что Сейф так же как и Вагиди ненадежен в том, что он передает. بمرفياته не сказано только в хадисах он ненадежен. Сказано вообще во всем, что он во всех своих передачах он ненадежен. Во всем, что передается от него, он ненадежен. Говорится в этом ответе, в этой фетве. «Ла юэссаку бимарвиятихи айзан», как и «вакиди». Это все? Нет. Мы обнаруживаем еще большее по поводу Сейф ибн Умара. В другой фетве, которая также имеется на сайте Islamweb, здесь опять-таки задается вопрос, здесь уже прямой вопрос. Здесь уже эта фетва еще более интересна, потому что в вопросе сказано следующее, что мы все знаем, что Ваقиди и Сейф ибн Умар являются слабыми передатчиками
Но мы знаем, что они слабые в хадисе. То есть они, когда передают хадис, они слабые. А как же насчет истории? Например, военные истории, еще какие-то истории. Или же сияр, то есть жизнеописание. Как же в этих вопросах? В вопросах жизнеописания и в вопросах истории. То есть прямо задается вопрос относительно того, что говорит Абдулла Кастекский. Что отвечает сайт? فَأَخْبَارُ الْوَاقِدِ وَسَيْفِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بَعْدَ تَثَبُّتِ مِنْهَا. Что их предание, говорится на сайте, что предание Сейфа ибн Умара ат-Тамими, так же, как и предание Вакиди, не принимаются, кроме как после того, как они были доказаны. Они были доказаны. إِلَّا بَعْدَ تَثَبُّتِ مِنْهَا. Чем доказаны? Например, чем-то другим. Какими-то другими историями, другими передатчиками были доказаны. И обратите внимание. Вот, очень интересно. Сава он фи эльмель хадис, ам фи тарих. И неважно здесь, что они передают. Хадис или же историю. Сава он фи эльмель хадис, ам фи тарих. Неважно. Почему? Почему не важно? Почему не важно? Нет разницы между историей и хадисом, потому что литатабу и калами аиматиль джарх ва таадил аля тадъифихима. Потому что ученые, великие ученые по хадисоведению, специалисты в передатчиках, специалисты в джархе и таадиле, то есть в определении того, кто является надежным, а кто не является надежным, кому можно доверять как передатчику, а кому нельзя доверять как передатчику, а джарху ва таадиль, это и означает, то есть специалистам, имамам в этой науке. То есть в науке определения надежности передатчика аля тадъифихим, тадъифихима, то есть они, потому что они ослабили их, ослабили как Вакиди, так и Сейф ибн Умара, они посчитали их ненадежными, несправедливыми, то есть они не сделали таадиль, они сделали, назвали их слабыми. И здесь очень важно, что здесь в фетве говорится, приводится доказательство из слов суннитских ученых, доказательство ненадежности Вакиди. Так далее. А по поводу ненадежности Сейфа ибн Умара, говорится то, что сказал, приведено то, что сказал Ибн Хаджар Аскалани, и то, на что ссылался Абдулла Кастекский. Обратите внимание, в начале фетвы говорится, что они слабые как в хадисе, так и в истории, потому что великие имамы Джарха и Таадиля ослабили их обоих. И здесь приводится Вакиди, 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 вот видите, Вакиди, Вакиди, Вакиди и так далее. То есть здесь говорится только про Вакиди. Так? И только в конце приводится мнение Сейфа ибн Умара. То есть мнение про Сейфа ибн Умара. Вот. Только одно высказывание приводится про Сейфа ибн Умара. Итак, вначале сказали, что Сейфа ибн Умара слаб как в хадисе, так и в истории. И в конце ссылаются на мнение Ибн Хаджара Аскалани в этом вопросе. Только и только на его мнение. Только и только на его мнение. То есть этот сайт ссылается на мнение Ибн Хаджара Аскалани, чтобы доказать, что Сейф ибн Умар слаб в своих передачах, как в истории, так и в хадисе. А Абдулла Кастекский на эти же слова Ибн Хаджара ссылался, чтобы доказать, что Сейф ибн Умар надежен в истории, несмотря на то, что он не надежен в хадисе. Вот. Вакал ибн Хаджар фи такриб ат-тахдиб. Так, что он сказал? Даифун фил хадис, умдатун фит тарих. Абхаша ибн Хиббан ал-Кувла фи. То есть это мнение привели. И далее приводится также мнение Абдулла ибн Джудея в этой фетве по поводу Сейфа ибн Умара и Аль-Вакиди, где Абдулла ибн Джудея говорит, что они слабые, что их книги полны бреда, их книги полны слабых историй, слабых всяких передач. Их книги, то, что написано в Вакиди и то, что написано Сейфа ибн Умара. Опять-таки, можете обратиться
Тахрире Улюм аль-Хадис, я сейчас покажу, на какой странице это можно обнаружить, эти слова Абдулла ибн Джудея. Ну, страница не открывается сейчас, какие-то проблемы с интернетом. Страница сейчас не открывается, хотя нет, вот, вроде бы открылась. Вроде сейчас должно открыться. Ну, неважно, в любом случае, откроется или не откроется, неважно, потому что я все эти ссылки, все ссылки на все эти мнения, на все эти книги, на эти фетвы, все это размещу на сайте «Доводы». А ссылку на страницу на сайте «Доводы» я размещу в комментариях и в описании к этому видео. Поэтому неважно. А, нет, вот открылось. «Тахрир Улюм аль-Хадис» – это второй том, 1066 страница. Это издание «Муассет Раян», первое издание 2003 года в двух томах. Второй том, 1066 страница. Здесь можете с этим ознакомиться, с тем, что книги Вакиди и Сейфа ибн Умара полны слабых историй, слабых, выдуманных, не заслуживающих доверия историй. Итак, таким образом мы обнаруживаем, что Сейф ибн Умар, согласно единогласному мнению суннитских ученых, слаб. Имамов Джарха и Таадиля, он слаб как передатчик. И то, что говорит Абдулла Кастекский по поводу того, что «умдатун фит-тарих», слова Ибн Хаджара Аскалани, что он «умдатун фит-тарих», что эти слова свидетельствуют о надежности, мы обнаружим, что это совсем не так. Почему? Потому что сами сунниты не понимают слова Ибн Хаджара Аскалани, суннитские ученые не понимают эти слова как подтверждение его надежности. Просто констатация факта. Факта того, что историки опирались на него. Вот и все. Больше ничего. А то, что Ибн Хаджар аль-Аскалани сказал, что Ибн Хаджар аль-Аскалани сказал, что Афхаша ибн Хиббан аль-Кавля фи и Абдулла Кастекский перевел это как «чересчур плохие слова сказал Ибн Хиббан про Сейф ибн Умара». Неправильно сказал. Опроверг Ибн Хаджар аль-Аскалани Ибн Хиббана. А Ибн Хиббан же сказал, там, он, что его этот, считали зиндиком. Ибн Хаджар говорит, он чересчур плохие слова сказал на Сейфа. Это неправильно. Опроверг слова Ибн Хиббана против Сайф ибн Умара, ибн Хаджар аль-Аскалани сказал, афхаши ибн Хиббан аль-Кавля фи. То есть, ну, не подобает такие слова говорить об этом ученым. Не подобает. Из-за этого... Но дело в том, что афхаши аль-Кавля фи не означает, что он опроверг, не означает, что он сказал, что ибн Хиббан был неправ, сказав, что Сайф ибн Умар обвиняется в том, что был зиндигом. И «афхаша ль-кавля фих» не означает, что сказал плохие слова, что Ибн Хиббан сказал плохие слова про Сейф ибн Умара. Что означает «афхаша ль-кавля фих»? «Афхаша ль-кавля фих» означает, что он довел до крайности мнения, довел до крайности мнения про Сейф ибн Умара. То есть Ибн Хаджар аль-Аскалани на самом деле «афхаша ль-кавля фих» — это означает, что эти слова Ибн Хаджара означают, что Ибн Хиббан довел до крайности мнение про Сейф ибн Умара. Почему довел до крайности? Наверняка вы это уже знаете. Вот Абдулла Кастекский этого не знает. А из того, что мы уже рассказали, наверняка вы уже должны понимать, почему Ибн Хаджар аль-Аскалани так сказал. А потому что все ученые считали его просто слабым, слабым, ненадежным передатчиком. А Ибн Хиббан сказал, что он не просто слабый, он еще и зиндик. Он еще обвинялся в том, что был зиндиком. То есть довел до крайности это мнение. То есть было мнение, что он слабый, а он ее довел до крайности. Вот что значит «афхаша ль-кавля фи». Абдулла Кастекский, нужно учить арабский. Нужно знать арабский, нужно понимать арабский. Нельзя заниматься исламскими науками, вообще не понимая,
что означают те или иные слова. Ты переводишь «умдатун фит тарих» как «выдающийся специалист в истории». А «афхаш аль-говля фи» переводишь как «сказал плохие слова про Сейфа ибн Умара», что неправильно сказал, опроверг. Ну где там? «Афхаш аль-говля фи» не означает, что он опроверг, что Ибн Хазар опроверг Ибн Хиббана. Не означает, что обвинил Ибн Хиббана в том, что он сказал плохие слова про него. Он просто говорит, что он довел до крайности это мнение. Мнение было просто слабый, а Ибн Хиббан не просто сказал, что он слабый, он сказал, что он еще и зиндик, что он обвиняется в том, что был зиндиком, что был вероотступником. То есть довел до крайности это мнение. Ну, вполне очевидно, вполне понятно, что хотел сказать. И в конце я, так как Абдулла Кастекский апеллировал мнением Табари, мнением Захаби, то есть не мнением, а тем, что они привели истории от Сейфа ибн Умара в своих книгах, я хочу коснуться и этого вопроса в конце, и сказать, и указать на одну цитату из книги Табари. Так, если я ее сейчас быстро найду, то я также укажу. Это, если не ошибаюсь, первый том, какая-то восьмая страница, ну, где-то в начале, да? В самом начале, я сейчас, наверное, не смогу найти. В самом начале Табари говорит о том, что все, что я привожу, в самом начале это говорит. Я ссылку оставлю на сайте «Доводы», опять-таки. Говорит о том, что все, что я передаю, доверившись тем, кому, от кого я эти истории передаю в своем тарихе. Это в самом начале своей книги. Это где-то восьмая страница, если не ошибаюсь. В том самом... Давайте сразу перейдем, покажем и эту страницу, если это восьмая. А если нет, то я ссылку все равно оставлю. Хотя сейчас и с интернетом почему-то плохо, я не знаю, плохо работает, плохо грузится. Да, вот совершенно верно, это восьмая страница. Сейчас я вам покажу. Это первый том, восьмая страница. Того же самого издания, которое я озвучил ранее. То есть это Дару Тураз, Бейрут, Ливан. Вот, первый том, восьмая страница. Обратите внимание. Здесь говорится о том, فما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنئه سامئه من أجل أنه لم يعرف له وجها في السياق. Это здесь и хотел бы, конечно, и предыдущие слова прочитать. Ну, Абдулле Кастекскому я советую самостоятельно эти слова прочитать. Я только вот эти слова, так как времени нету и довольно-таки долго мы уже говорим. Если не ошибаюсь, может быть, даже полтора часа. Он говорит, все, что я передаю, те вещи, которые я передаю в этой своей книге от предыдущих поколений, передаю от предыдущих поколений, и те истории, которые я передаю, и которые кажутся невероятными, я станкируху гариуху, «Ястошниуху самиуху». То есть те, кто читают эту историю или слышат эту историю, отказываются от этих историй, отторгают эти истории. Почему? «Мин аджли аннаху лам яриф лаху ваджхан фиссия». Потому что не обнаруживают никакой причины в достоверности этих историй. Потому что видят, что эти истории ложные, выдуманные, что они недостоверные, что они ненадежные. Поэтому они отталкивают эти предания, отвергают эти истории. И обнаруживают, что у этих историй вообще никаких, значит, смысл, никакого смысла в этих историях нету. И он должен знать, необходимо знать, что эти недостатки не принадлежат в нем. Что они не принадлежат мне, то есть они не из-за меня, не во мне проблема. وَإِنَّمَا أُتِّيَ مِنْ قِبَلِ بَعْدِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا. Что? وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ قِبَلِ بَعْدِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا. Что эти проблемы, что эта слабость в достоверности, эта слабость является
И виновником в этом являются некоторые передатчики этих историй. Ра иннама адайна далеки аля нахвима уддия илейна. Что мы передаем, говорит Табари, что я передаю эти истории так, как передавали, как было передано мне, как я получил эти истории, так я и передаю, говорит Табари. Вот, конец цитаты. То есть мы видим, что Табари снимает с себя ответственность. Он не говорит, что вот я избирал, что я выбирал передатчиков, я разбирал их надежность и так далее, разбирал надежность истории и так далее. Нет, он говорит, если вы видите здесь какие-то странные, невероятные истории, в которые поверить невозможно, и нет никакой причины верить в эти истории, что у этих историй вообще никакого смысла нету, то необходимо знать, что мы просто передаем то, что передано было нам, и что все эти недостатки не принадлежат нам. В этом виноваты те, кто передавал эту историю. Таким образом, нет никаких причин Абдулла Кастекский ссылаться, доказывая надежность Сейфа ибн Умара, ссылаться на то, что от Сейфа ибн Умара передавали истории Табари и Захаби. Это все. Таким образом, совершенно очевидно. Мы просто полтора часа говорили очевиднейшую вещь. Вещь, которую просто невозможно отрицать, которое очевидно. А именно то, что Сейф ибн Умар слаб во всем. Все, что он передает, как передатчик, он слаб. И неважно, историю он передает или хадис он передает. Ну, почему мы столько времени потратили этому всему? Почему нам пришлось? Потому что Абдулла Кастекский решил отрицать то, что 2 2 это 4. Он просто самые элементарные, самые очевидные вещи решил отрицать. Почему? Да чтобы вывести себя из того трудного положения, в котором оказался. Это крайне нечестно, крайне недобросовестно. Это не чистоплотно, Абдулла. Это крайне нечистоплотно, это крайне подло. Это неправильно по сравнению даже к твоим собственным слушателям. Это предательство их доверия. Ему понадобилось взять и попытаться, ссылаясь на слова одного лишь ибн Хаджара Аскарани, где он сказал, что Сейф ибн Умар является опорой в истории, попытаться таким образом внедрить, навязать нам свое мнение, свое ложное, абсолютно нелепое мнение, что таким образом Сейф ибн Умар слаб только в передаче истории, но в передаче хадисов он не слаб. Абсолютно не так. Матрукуль хадис. Даифуль хадис не означает, что он как хадисовец слаб, как ты говоришь, в хадисах слабый, как мухадис слабый, ты говорил. Не это означает. Это означает то, что он передает марвиятуху, то есть фи марвиятихи, то, что он передает в своих передачах. Он как передатчик слабый, не заслуживающий доверия. Вот и все. На этом все. На этом мы заканчиваем. И, конечно же, ждите следующую часть, когда она будет, я не знаю, потому что сейчас очень туго со временем, очень много дел, очень много уроков, очень много занятий. Я даже вынужден порой, чтобы вот это вот все записать, отменить некоторые уроки, некоторые занятия приходилось отменять. Поэтому времени очень мало, я не знаю, когда будет следующее, но я с помощью Бога, с помощью единого Всевышнего Бога постараюсь сделать все, чтобы вторая часть вышла поскорее. Во второй части мы поговорим об историях Сейфа ибн Умара, какие истории он передавал. И вы сами все прекрасно увидите, что это просто патологический лжец, который придумывал те или иные истории в тех или иных целях. Мы эти цели также разберем. Ну, в принципе, вам самим будет крайне все будет прекрасно видно, для чего он те или иные истории придумывал. И, конечно же, будет третья часть, где мы поговорим о второй части речи Абдуллы Кастекского. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد